Я рад вас всех приветствовать на нашем канале. И сегодня мы будем руководствоваться принципом «Готовь сани летом, а телегу зимой». Зима уже близко, и мы вам расскажем сегодня вот про такую замечательную серию снегоуборщиков Garden Pro, которые у нас уже представлены в нашей продаже не первый год. Мы получили свежий контейнер, так сказать, с пылу с жару. Если вы готовитесь к зиме, вам обязательно надо посмотреть этот ролик. Погнали! Начнем, как всегда, по традиции, с самого начального уровня снегоуборщика. Это КЦМ-22Б. Цена на сегодняшний момент, на 11 августа 2022 года, составляет 34 500 рублей. У него, значит, захват шноркера, скажем так, да, уборочной части 56 сантиметров, 560 миллиметров. Вот такой вот пластиковый разбрасыватель. Двигатель стоит. Подходи ближе. Двигатель стоит марки Lanchin, 6,5 лошадиных сил, 196 кубических сантиметров, в зимнем исполнении. То есть, что значит зимнее исполнение? Закрытый ручной стартер и, соответственно, отсутствие фильтра, чтобы не было обмерзания. У нас здесь есть также 4 передачи для движения вперед, ну, то есть первая, вторая, третья, четвертая скорость. Соответственно, на четвертой скорости вы куда-то перевозите его, на третьей, второй, первой вы убираете снег. Также шнорхель двигается. Можно его, соответственно, влево-вправо, либо кидать перед собой снег, когда вы убираете. Органы управления все понятные. То есть под правую ручку у нас, соответственно, включается шнек. Левая ручка у нас ход. То есть, грубо говоря, включаете, он начинает ехать убирать. Где-то на канале у нас уже есть видео, как мы чистим данным снегоуборщиком снег. Можете также посмотреть, ознакомиться. Двигатель проверенный, мы уже продаем данные снегоуборщики не первый год. Двигатели Lanchin себя хорошо зарекомендовали на зимней технике. Люди берут, пользуются, запчасти на них, в принципе, всегда есть в наличии. Переходим к следующей модели. Это Garden Pro KCM24DF. Точно такой же двигатель Lanchin, 6,5 лошадиных сил в зимнем исполнении, как и на предыдущей модели. Единственное отличие, здесь уже получается шноркель управляется сразу же с пульта управления, то есть с органов управления, и он металлический, в отличие от предыдущего пластмассового. И ширина захвата здесь уже 610 миллиметров. Вот можете посмотреть. То есть здесь захват уже будет чуть-чуть больше, соответственно, вы за раз будете проходить и убирать снега чуть больше, чем на предыдущем снегоуборщике. Вот. Также из отличительных особенностей следует сказать, что тут точно так же 4 передачи, 4 вперед, 1 назад. Соответственно, вот вы можете таким образом управлять, скажем так, шнорхелем. И в процессе езды, уборки снега, можете точно так же, не останавливаясь, поворачивать вправо либо влево, выброс снега делать. И регулировать, соответственно, дальность выкидывания снега. Колеса стоят что на предыдущей модели, что на этой модели одинакового размера. Здесь они стоят 13 на 14 на 10 на 4,1, 6-дюймовые колеса, что здесь, что здесь. Двигатель, как я сказал, у обоих 6,5 лошадиных сил. То есть отличия основные — это ширина забора и выбрасыватели. У одного пластиковый, у другого железный. Цена на сегодняшний день, на 11 августа 2022 года, вот такого вот снегоуборщика КЦМ-24ДФ, около 39,5 тысяч рублей. Ну и переходим к топовому снегоуборщику, представленному в нашей линейке. Это снегоуборщик Garden Pro
КЦД-28. На сегодняшний день цена такого монстра, скажем так, уборки снега составляет в районе 60,5 тысяч рублей. Давайте сразу посмотрим характеристики. Ширина захвата здесь уже 715 мм. Оператор нам покажет. Вот видите, да? Высота захвата, соответственно, тоже больше. Вот, видите, здесь такие шнурки, или чуть размером побольше, соответственно, которые шнеки собирают снег и выкидывают его в разбрасыватель. Что дает нам, скажем так, если у вас территории большие, соответственно, вам выгоднее взять большой снегоуборщик и особо не напрягаться. Также отличительной особенностью будет от предыдущих моделей, это двигатель Lanchin в зимнем исполнении, но с электростартером, то есть вы подключаете его к розетке 220 вольт, и он у вас, в принципе, легко заводится. Мощность двигателя здесь уже 7 лошадиных сил. Размер колеса у данного снегоуборщика уже идет, получается, также 6 дюймов, но оно пошире и побольше чуть-чуть получается за счет этого. Из органов управления здесь, соответственно, присутствует точно так же включение шнека, включение движения колес. Здесь уже 6 передач вперед, то есть, соответственно, можно ехать быстрее, убирать быстрее. И, соответственно, 2 передачи назад. Также здесь добавляется один такой интересный момент. Здесь появляется фара. И точно так же шнеком вы управляете, не отходя, скажем так, от вашего рабочего места. Вы можете точно так же двигать вправо-влево и выбрасывать вперед. Здесь вот мы видим ручку, которая отвечает за выбор скорости движения. Ручка, которая отвечает за регулировку выброса шнеком. Есть вот такой вот интересный тумблер, как на самолете, который может включить либо выключить вашу фару головного света. На сегодняшний день, как я уже сказал, цена такого снегоуборщика 60 500 рублей. Все модели у нас оснащены ручным стартером, то есть простая дергалка, есть праймер-подсос, соответственно, регулировка заслонки дроссельной, ну и доступ бензина. Соответственно, газ вы уже знаете. Вот такая включалка у всех элементарная, простая, on-off. Соответственно, единственная модель, которая подороже, она чуть по-другому сделана. Что можно сказать в целом про данные снегоуборщики? Снегоуборщик под свои задачи. Если у вас небольшая территория, небольшой двор, вам, в принципе, достаточно будет самого простого, самого начального уровня снегоуборщика. То есть он в себе сочетает хороший двигатель полноценный, 6,5 лошадиных сил, достаточная ширина у забора снега, выброса. Единственное отличие – это вот такой вот пластиковый выброс, шноркель, да, скажем так. Вот. Если у вас территория уже побольше, вы чистите, скажем так, свой двор у вас побольше, соток, побольше места, где есть снег, вы постоянно занимаетесь чисткой снега, в вашей местности, самое главное, выпадает много снега, тогда, наверное, оптимальный вариант будет вот такой средний вариант, потому что все органы управления находятся, соответственно, в рабочем месте. Тут есть как и выбор скорости, также управление шнеком, шнорхелем. Здесь чуть побольше получается захват снежной части. Ну и в целом снегоуборщик данный, я, наверное, топлю за него, потому что у меня точно такой же самого есть. Я уже им пользуюсь год. В принципе, нареканий к нему никаких нет. Вот. Он удобен. В целом, снежную массу выкидывает нормально. Понятно, что если снег будет слежавшийся, любому снегоуборщику будет тяжело. Это вам не грейдер, не трактор. Вот. То есть надо тоже понимать. Ну и самый большой снегоуборщик, наверное, у нас будет нужен тем людям, которые занимаются этим, скажем так, профессионально. Да, чистят какие-то дворы, дорожки, тротуары. То есть, возможно, для какого-то мелкого хозяйства, где территории уже все-таки побольше, а не просто один какой-то частный дом, и человек обслуживает еще что-то помимо частного дома. Тогда, соответственно, выбор за вами. Ну и также здесь есть фара. То есть, если вам вечернее, либо раннее, утреннее время нечем заняться, вы точно так же можете с фарой почистить территорию, вашу территорию от снега. Ну а так, почти везде у нас уже есть освещение, и, соответственно, фара нужна тем, кому она нужна. Ну и самый главный вывод, какой из этого видео будет. Снегоуборщики у нас появились вновь в продаже. Они сейчас есть в наличии. На них нормальная, адекватная цена. Есть из чего выбрать. То есть у нас представлены все три варианта на сегодняшний день. Зима не за горами. Сани надо готовить летом. Соответственно, покупаем, выбираем, пока есть чего выбрать. Всем пока и до новых встреч.